Сегодня утром в Латвии, в городе Рига, на Ивановском кладбище началась большая траурная процессия. Провожали в последний путь нового мужа Лайма Вайкуле, 30-летнего танцора Римаса. Однако печальное событие отметилось шокирующим скандалом, ведь смерть Римаса была трагична. Лайма Вайкуле тоже приехала на похороны в сопровождении врачей, композитора Раймонда Паулса и своего первого мужа Андрея Латковского. Латвийская певица приехала на кладбище отдельно от траурной процессии и долгое время не решалась подойти к месту захоронения. Вайкуле попросила своего первого мужа быть с ней вместе в этот тяжелый момент, хотя еще 2 недели назад она развелась с Андреем Латковским. Напомним, что неделю назад Лайма Вайкуле сыграла свадьбу с танцором Римасом, однако их брак не продлился и 3 дней. Вайкуле застала своего мужа у себя дома с его бывшей девушкой. Произошла сцена ревности, в результате которой Вайкуле получила телесные повреждения, а ее супруг был арестован. Но уже на следующий день Римас трагически погиб во время следственного эксперимента в одном из центральных банков Латвии, который принадлежит Лайме Вайкуле. Парень вырвал оружие у одного из полицейских и совершил суицид. По данным прессы, Лайма Вайкуле еще до свадьбы дарила Римасу щедрые подарки, недвижимость, дорогие автомобили и даже сделала его совладельцем собственного банка. Римаса хоронили в закрытом гробу, а провожали его в последний путь только самые близкие люди. Члены его музыкального коллектива, бывшая девушка танцора, 22-летняя Адель, друзья детства и безутешные от горя родители. Однако спокойную траурную процессию нарушило появление Лаймы Вайкуле. Вероятно, латвийская певица, чувствуя за собой вину, все-таки решила подойти к родителям парня и попросить у них прощения. Однако произошло непредвиденное. Вайкуле, которая еще не отошла после тяжелой травмы, подходя к родителям Римаса, подскользнулась прямо около гробовой доски. Однако никто из траурной процессии не помог женщине подняться. Ну а бывшая девушка Римаса, 22-летняя Адель, и вовсе шокировала Вайкуле своими словами. «Можешь даже не подниматься, привыкай к этому месту, ты будешь следующая и ответишь за смерть Римаса». Врачи и Андрей Латковский подняли Вайкуле на ноги, и певица подошла к родителям танцора. По мнению коллег и друзей певицы, Вайкуле сама спровоцировала шокирующую сцену. Вайкуле протянула матери Римаса конверт с деньгами, однако обезумевшая от горя женщина выбила денежные купюры и оттолкнула от себя латвийскую певицу. «Не подходи ко мне, это ты украла у нас нашего Римаса, будь ты проклята!» Вайкуле стало плохо прямо на кладбище. Андрей Латковский и врачи загрузили певицу в карету скорой помощи. По мнению общественности шоу-бизнеса, дело о танцоре Римасе еще не окончено. Ведь перед свадьбой Лайма и ее муж заключили брачный договор. Вполне возможно, что в будущем девушка и родные танцора Римаса могут претендовать на имущество латвийской певицы.